Город Киров является крупным транспортным узлом. Через него проходят основные железнодорожные магистрали, соединяющие север, северо-запад и центр с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. Филиал СамГУПС в городе Кирове – это образовательное учреждение, которое более 50 лет осуществляет подготовку квалифицированных, конкурентоспособных специалистов для железнодорожной отрасли. Дата его создания считается 1964 год, когда учебно-консультационный пункт на станции Киров был включен в состав Горьковского вечернего железнодорожного техникума. В 1999 году он получил статус филиала. С этого времени началось его активное развитие. В 2001 году открыто очное отделение. В 2009 году Кировский филиал реорганизован в обособленное структурное подразделение, вошедшее в состав Московского государственного университета путей сообщения. В 2017 году филиал распоряжением правительства Российской Федерации был присоединен к Самарскому государственному университету путей сообщения. Сегодня филиал – это современное учебное заведение, пользующееся авторитетом на рынке образовательных услуг. Кабинеты и лаборатории филиала оснащены необходимым оборудованием и компьютерной техникой, имеется учебный полигон. В филиале обучается свыше 900 студентов на очном и заочном отделениях. Профессиональное мастерство опытного преподавательского состава является гарантией качественного обучения студентов. Студенты филиала под руководством преподавателей принимают участие в областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, конференциях, олимпиадах профессионального мастерства и в чемпионатах по стандартам World Skills. Студенческая жизнь в филиале не ограничивается учебными занятиями. Она разнообразна и увлекательна. Проводятся различные мероприятия, в подготовке и проведении которых студенты принимают активное участие. Творческие коллективы филиала постоянно выступают на концертных площадках города. Филиал выпустил свыше 5000 специалистов среднего звена, которые успешно трудятся не только на железной дороге, но и в других сферах экономики. Многие выпускники добиваются успеха в трудовой деятельности, получая награды ОАО РЖД. Они всегда помнят строки нашего гимна. Мы придем на стальные пути, мы не сможем с дороги уйти. Нас учили так жить и дороге служить, общим делом всегда дорожить. Идеал — это сотни идей, это море друзей, и это нас.